Ребят, мы сейчас приехали на береговую 412-ю батарею, вот к памятнику, где в ночь на 25 августа 1941 года 250 донецких шахтеров остановили наступление фашистов на Одессу и пали смертью храбрых. Вот этот памятник. И попробуем пойти вниз, поискать. Тут есть много бункеров еще 412-й батареи. Пробраться, посмотреть, что там интересного есть внутри. Как бы покажу сейчас, куда нам идти надо будет. Вот памятник этот. Должен вам открыть один небольшой секрет. Это вступление я записал в самом конце, уже после того, как побывал в том месте, которое вы увидите дальше. Чем-то похож на Ленина памятник, конечно. Ну, красивый. Вообще, я приехал в Чебанку совсем из-за другого весьма интересного места. Всем привет, ребята. Еду сейчас в Чебанку. Меня там ждет одна моя подписчица. Зовут ее Инна. Вот сейчас только что проехал я Фонтанку. А вон заброшечка. Заброшка. Вы о нем обязательно узнаете в ближайших моих роликах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, если еще этого не сделали. Вон туда будем идти. Вниз от памятника. Смотрите. Там есть советские бункера. Туда пойдем. Из книги Николая Пустовойтенко «По местам боевой славы Одессы». Орудия батареи находились на новой, построенной накануне войны, защищенной железобетоном огневой позиции. Подача снарядов и заряжание орудий производились автоматически. Стрельба могла вестись на дальность до 40 км. Батареи прикрывали 7 45-мм пушек, 82-мм минометы, установки с четверенных пулеметов. Командовал батареей капитан Николай Зиновьев, смелый командир, опытный артиллерист. Батарея с первых дней боев поддерживала своим огнем части восточного сектора обороны. Когда же враг, а вместе с ним и бои стали приближаться к Чебанке, то нужно было не только поддерживать огнем пехоту, но и защищать саму батарею. Поначалу это удавалось ценой неимоверных усилий и человеческих жизней. Но тем не менее, с 20 августа 1941 года положение батареи ухудшалось с каждым днем. В это время как раз и прибыла на помощь рота донецких шахтеров, не имевшая винтовок и вооруженная гранатами по 5-6 штук на человека. Шахтеры вместе с отрядом Осипова остановили наступавшего противника, но и сами понесли большие потери. Тем не менее, угроза захвата врагом батареи оставалась. И в ночь с 24 на 25 августа 1941 года ее захват уже становился неизбежным. И тогда был отдан приказ взорвать батареи. Расстреляв весь боезапас, краснофлотцы утром в 7-8 часов с болью в сердце взорвали орудие, берегом моря вышли к полку Осипова и влились в него. 25 августа наши войска покинули Чебанку и Новую Дофиновку. Казахстан, Целиноград, Стули, 1974 год. Вон есть ходы туда. Но я не так недалеко. Ход идет. Фонарь. Здесь фонарь. Бум. Ребята.
Бункера огневых позиций уходили на 4 этажа под землю. Сегодня, к сожалению, 3 и 4 этажи затоплены. Второй же этаж представляет собой туннель к затопленным этажам. По некоторым сведениям, с батареи существовал подземный туннель, выходящий к морю. Именно им воспользовался командир огневого взвода старшина Проценко для эвакуации из батареи после ее подрыва, который, собственно, и был им сделан. Там можно и заблудиться. Интересно. На цьому місці знаходилась вогнева позиція берегової батареї 412 період оборони Одеси. У 1941 році батарея вогнем своїх гармат підтримувала сухопутні війська східного сектору оборони міста. Ребят, вот такие тут бункеры интересные. Находятся они за памятником. Вот. Вон там какой-то туалет как будто, да? Но это вряд ли туалет. Тут просто интереснее. Тут другое чуть-чуть. Ну что-то такое, туннель какой-то. Как гараж какой-то, смотрите, тут выезжала техника, наверное. Прикольно. Это гараж? Да. Да. Представляешь? Ну, по идее, я думаю, наверное, тут сюда, может, что-то заезжало вот отсюда, да, так? Это их гараж, да, был такой? Ну, да, ну вот заросла вся дорожка, вон деревья тут. Оно ж, видите, спуск идет. Угу. Такой. А хотя тут ступеньки. Да. Вот такие ступенечки. И такое ощущение, что это не конец еще, что там дальше еще есть вон. Да? Да. Невозможно. Ну вон тоже вон камни видны. Вполне возможно. Просто уже идти туда. С
целая батарея была. Да, это они вот так вот располагались, наверное. Бомбили туда. И вот, и дорога куда-то идет. Mm-hmm. Тоже. Возможно, там тоже. Да, наверное. Классно, что этот бункер, он находится далеко, и что вот внутрь как-то туда заходишь и чувствуешь себя не, ну, безопасно. Да? Такое ощущение есть, что как бы тут никого, вряд ли кто-то будет, как бы. Хотя не факт. Может, кто-то там и сидит. Ну, кто сидит. Ага. Ну, может, кто-то раньше нас пришел и туда залез. А. Не, ну там лесенка. А, ну это лесенка к памятнику, да. Все разрушено, никому это не надо. 412-я батарея береговой обороны. Не кидайте мусор, уважайте стоявших насмерть, будьте людьми. Здесь кто-то Хотите поставить? Ну, по этому. А? По видео хочу. Там не так страшно. Они, оказывается, не сильные и большие. Я, по-моему, до конца дошел. Можно спуститься, поставить. Я не вижу, чтобы там был ход куда-то потом. Вроде там, как она... Ну, как колодец просто. Яма. Вот такое, ребятки, место интересное. Что-то копают тут. Ну, сегодня нету особо времени, хотя выходной, погода классная. 31 марта сегодня, 2019 год. День выборов. Да? Да. Ребят, вот такая получилась сегодня вылазка интересная. Надеюсь, вам было с нами интересно. Оставляйте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не забывайте за группу в Фейсбуке «Прогулки по Одессе и области». Всех люблю, пока, до скорых встреч.